В Норильске Красноярского края писец пробрался в подъезд дома и попал на видео. Соответствующий ролик записали жильцы, встретившие зверька на лестничной клетке. На кадрах полярный хищник сидит, прижавшись к батарее. Вероятно, писец спрятался от опасности или замерз. Жители не испугались животного и угостили его колбасой с хлебом. После того, как писец отогрелся, его забрали прибывшие на место сотрудники городских служб. Животное доставили в естественную среду обитания и выпустили на волю.